Всем привет! Прибыли мы на место. Идет мелкий дождик, летают всякие оводы, жуки непонятные вообще. Вот, прибыли мы на место. В том году, ну, на этом месте поднимал я монетку царскую, николаевскую. Хотел, блин, выбрать холм. Говорили, вроде как магазин был. Чё-то не нашел я его, если честно. Все в траве. Не знаю, может сейчас попробуем так походить, а потом, может, и зашурфимся. Так что смотрим, не переключаемся. Надеюсь, будет интересно. Смотрим. Ребятки, походил я по бугру, решил спуститься в балочку. Думал пошурфить там. Не хочу я шурфить, думаю, балки — это, как всегда, место копательское такое вот. Ребята, его только выкопал, сейчас вам покажу, сразу выпрыгнуло, ребята. Друзья, даже вот еще не поднимал. Даже еще не поднимал, ребята. Сразу сигнальчик был такой. 24. И вот она, ребята, троечок, вижу, лежит. Ну-ка. Ну-ка. Вот, даже немножко лопатой задел. Троечок, 48-й год. СССР. Отлично. Берем, конечно. Терочка выцепила. Молодец, терочка. Ну что, друзья, я думаю, стоит по этой балке еще походить. Походим еще. Что будет, обязательно покажем. Смотрите, друзья, какая керамика попадается в земле. Такая вот старая, в принципе. И у меня сигнал, ну еще не знаю, что здесь. Глубокий. Сорок четыре. Может, конечно, ничего интересного, но выкопаю в онлайн режиме. Что-то мы достали. Сейчас посмотрим. А, друзья, ну просто какой-то цветной осколочек. Ладно, походим дальше по этой балочке. Глянем, что еще будет. Балка большая. Ходить, не переходить. Следующий сигнал у нас, друзья, был. Вот такой кусочек отложки, наверное, алюминиевый. Толстая, между прочим. Не знаю, может и старая. Ищем дальше. Так, друзья, пока вышел из балки, решил устроить перекур. Не знаю, подхожу, вот хочу глянуть. Вроде как холмик впереди. Небольшой такой. Может, царский. Прогуляться, посмотреть. Пока кроме троечка находок нету. Жарко очень. Еще парит после дождика. Ладно, походим еще. Вот такая вот, друзья, из ямки выпала, наверное, древнегреческая пряжка какая-то. Не это, не цепь, не круглое звено, а такое, как сами видите. Наверное, пряжка была какая-то. Всем привет! Сегодня у нас второй день поиска. Едем мы в другое место, на коп. Не знаю даже, что еще. Шурфить будем или ходить. Посмотрим по обстоятельствам. Если найдем холмик какой-нибудь интересный, то пошурфим, конечно. Если нет, значит, просто походим. Короче, смотрите, не переключайтесь.
Так, друзья, приехал я на вот такое место. Как видите, холм, поросший коноплей. Вроде по всем кладоискательским приметам неплохое место. Сейчас включу прибор, похожу по нему поверху, посмотрю, что за сигналы. И, может быть, попробую его немножко расшуфить. Ну, холм большеват, как бы. Посмотрим. И, в принципе, здесь все такие холмы. Попробуем, глянем, что будет, покажем. Ребята, ну вы просто не поверите своим глазам, как и я не верю. Одел счастливую бандану свою сегодня. В ней я нашел Георгиевский крест. И вот, ребята, первый сигнал, даже еще не отстраивал прибор. Еще место, это просто отстроить. Очуметь. Не знаю, радоваться или плакать. Первая ямка. Говорят, если первая выскочила монета, значит больше сигналов нормальных не будет. Ну посмотрим. Первая ямка, друзья. Здесь 1000 раз проходил с Аськой. Здесь все обходили. Просто вот вышел, вот буквально автомобиль. Вот он. И просто первый сигнал, хотел отстроить прибор, пищит. И смотрим, что у нас. Это, ребята, замечательная крупная монета, 5 копеек. По-моему, 1953 года. Ну, сохран такой, средний, чистить надо. Ну, находка сразу. Первая. Вот, около этого фундамента, ребята, что я вам говорил. Блин, круто. Вот не знаю, радоваться ли, огорчаться, будут ли еще сигналы или нет. Вот так бывает, только приехал, друзья. Ищем дальше. Друзья, да ладно, бандана действительно рулит. Буквально вот второй сигнал. Ну там первый был, я не понял, там какая-то жестянка. Короче, вот сейчас покажу. Первый сигнал же был монета, второй такой вот осколочек обычный. Вот какой-то. И третий сигнал, ребята, вот ямки. Вот эти уже позакопал. И третий сигнал буквально вот, опять выскакивает кругляк. Ребят, ну точно скажу вам, это монета. Почистится, тогда я вам покажу, что за монета. Пока, конечно, такой какал, но тем не менее вторая уже монета. Вот тут даже немножко, по-моему, видно герб. Находка, забираем. Начинаю я немножко терку понимать. Сейчас походим еще попробуем, посмотрим. Смотрим. Так, друзья, следующая находка вот такая вот пряжечка у нас. Ну что, ну не каждый раз монеты. Это тоже присутствие человека. Ну, советская, наверное, видимо, от ремня. То интересно. Ходим дальше по холму. Блин, такая интересная находка, друзья, кто помнит. Привет такой из времен СССР. Эх, блин, упало сейчас. И такая вот от ручки, ребята. Кто помнит, у кого были такие, поставьте лайк. Так, в общем, пока монеток нету. Ну и так неплохо, две монеты за раз хлопнул. Копаем дальше. Друзья, ну вот на дороге вот такая вот выпала, наверное, пуговка, скорее всего. Либо пуговка, либо шляпка от гвоздя. Ну не похоже на шляпку, наверное, пуговка или кнопочка, что-то такое. Маленькая, прикольная. Терка взяла. Ну где-то... На глубине, ну, чуть меньше штыка, пол штыка. Эх, ветерочек сегодня хорошо. Не было бы.
радуюсь. Ну а так солнце печет. Ветерочек хорошо бывает. Трохи шевеет. Копаем дальше. Друзья, ну я просто счастлив. Это что-то. Это все. Теперь в этой бандане буду копать себе, да, по ходу дела. Ребята, у нас монета. Третья монета за сегодня. Блин, не каждый раз такое бывает. И эта монета у нас даже царь, ребята. Смотрим. Итак, ребята, эта монетка у нас 1 копейка 1899 года. Здесь вообще шикарная. Ну, тут, конечно, окислы есть, но мне кажется, должна почиститься. Почиститься все. Ребята, это просто. Я в шоке. Везде вроде бы советы... мусор, хлам и бабах, царь из этой ямки. Фу, это бомбически просто. Это просто, не знаю, даже шурфить или еще походить. Я не знаю, это класс, 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 ребята. Даже сигнал-то был такой, 10-12 какой-то, непонятно вообще. Иметь царь. Супер, супер. Копаем дальше. Копаем. Вот что значит вовремя подогнать машину на нужное место. Никуда далеко не отходил от нее. Особенно. Блин, ребята, ну был сложный сигнал. Так вот, земля она была. Блин, думал опять монетка, но нет. Какое-то колечко, но это, видимо, такое от брезента, от ранца, от чего-то такое. Вот медное колечко. Но сигнал был сложный среди чермета. Тут вот везде бьет чермет практически. Опять на лопату яму разбабахал вот такую. Сложный сигнал такой из чермета, выцепил я вот такое колечко. Ну, жаль, конечно, что не на палец, было бы прикольно, но тоже находка, что сделаешь. Копаем дальше. Так, друзья, ну прям на поверхности поднял вот такую рамку от какой-то техники, ребята. Кто-то сюда, видно, на чем-то приезжал и потерял шильдик. От какой-то техники, не знаю даже от какой, может в интернете найду. Хозяин найдется, отдам, конечно. Хотя, наверное, вряд ли хозяин посмотрит это видео. Но пускай будет. Такая вот современная находка. А я все здесь хожу, кружу, брожу по этому месту. Может, еще что-то интересное попадется. Друзья, смотрим. Вот какой песок оставляет сохран. Это просто. Смотрите, какой гвоздь. Шучу, конечно, не царский это. Не кованый, это, наверное, современка, я не знаю. Прямо аж блестит, друзья. Вот выравниваю и забиваю его опять. Просто бомбический гвоздь. Нержавейка, наверное, блин. Так, ну не буду я сегодня, наверное, шурфить. Погуляю еще немножко. Времечко еще есть. Не хочется просто по жаре вот это копать как-то. Как-то в этом году шурфы не прут. Ну, походим, может еще что найдем. Может монетку насобираем еще. Кто его знает, посмотрим. Шурфить будем потом. Место я приметил. Обязательно этот холм расшурфим, потому что такие монеты еще и царская около него попалась. Это вообще супер. Сейчас походим. В том направлении, в этом. Тут. Вот такая, ребят, попалась была красивая застежечка от школьного ранца, похоже, дело.
Какой-то ученик, наверное, бегал тут, потерял. Что ж, тоже, можно сказать, исторический момент. Хоть и шмурдятина, но... Но какой-то ученичок тут бегал. Жил хутор полноценной жизнью. И вот исчез. Остаются только такие вот упоминания в земле. Так, друзья, подводим итог по сегодняшнему копу. Вот весь шмурдяк, который за сегодня я накопал. Все здесь, и проволока, и чермет присутствует, и жесть. Короче, всего достаточно. И что по находкам у нас? Смотрим. 5 копеек. Вот эта монетка. Ну, мне кажется, это совет. После 60-х, наверное, годов. Ну, отмоется и обязательно вставлю. Царская копеечка 1899 года. Пуговка, либо кнопочка, номер от какой-то техники. И либо конина, либо, ну, от брезента кольцо. Так что вот такой у нас коп, друзья, вышел. Неплохо, неплохо. Бывали и хуже выезды. В этот раз вообще, получается, ходил на неотстроенном приборе. Так что, есть ли смысл его отстраивать? Понавтыкали в них всяких приблуд, отстроек. А нужны ли они вообще? Вот сегодня ходил на неотстроенном приборе. Как вчера ездил на то место, там отстроил, так же и сегодня. Ну, может быть, конечно, это просто сыграло, потому что на таких именно настройках здесь никто и не ходил, поэтому я, может, и поднял монеты. Ну, кто его знает. В общем, место мне это нравится. Приедем еще раз, наверное, сюда обязательно. С прибором вроде более-менее подружился. Сегодня уже цеплял сигналы. Ну, правда, такие гильзы, проволока между черными металлами. То есть уже научился как бы определять цветной сигнал между черным. Два черных рядом лежало и один цветной между них. Так что коп я считаю более-менее удачным вчера и сегодня. Ну, вчера монетка одна, ну, тоже неплохо. Кому понравилось, не забываем ставить лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Хотя вроде дизлайков сейчас у меня мало на канале. Стараемся улучшать контент свой. Вот. Всем до скорой встречи. Поеду домой. Что-то солнышко вообще. Сейчас уже часов 6-7 вечера. А доеду. Ну, тут-то недалеко. В общем, уже вечер. Завтра на работу. Так что поеду домой. Всем пока. До скорой встречи. Новых роликов. Пока, ребята.